Более 30 лет подряд молодежь собирает походные рюкзаки и отправляется разбивать палаточные лагеря, проходить творческие и спортивные испытания. На след активной молодежи приезжают ребята не только из нашего городского округа, но и из соседних муниципалитетов. Активные, молодые, перспективные. Я искренне рад сегодня здесь, в усадьбе Гребнева, приветствовать вас на открытии очередного слета активной молодежи, теперь уже городского округа Щелково. Очень рад приветствовать наших друзей из городского округа Лосино-Петровский. Я счастлив, что усадьба Гребнева, моя любовь, мой крест, который я всю жизнь буду восстанавливать, и поверите, сделаю сказку. Это будет самое крутое место в России. Вот это будет огромная территория, где будет история, архитектура, культура, развлечения, где будет много-много интересного. Слет активной молодежи городского округа Щелково «Я живу в России» объявляется! Перед торжественным открытием слета капитаны всех 14 команд-участниц боролись за звание лучшего на полосе препятствий. Парни справились со всеми испытаниями – от забивания мячей в футбольные ворота до проверки знаний субъектов России. Полоса была тяжеловата, конечно, все новое. Здесь каждый год она меняется. Но, в принципе, все получилось. Весь год ждешь, чтобы сюда приехать, отдохнуть, наполниться новыми эмоциями и вдохновиться на новые достижения. Состоялось открытие слета активной молодежи. После торжественной церемонии ребята направились обустраивать свои лагеря, где кто-то занимается спортом, кто-то рубит дрова, а кто-то чистит картошку. Порядка 500 человек провели на слете 3 незабываемых дня. Окунуться в эту атмосферу многие приезжают уже много лет, некоторые даже целыми семьями. Мы уже давно ездим, порядка 5 лет сюда, одной и той же компании, так вот сплоченно встретиться и поговорить, обсудить, и, ну, не всегда получается. Ну, вот, а здесь и как бы приезжаем и поговорить, и показать себя, что можем. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».